Власти Парижа собираются запретить в городе дизельные машины. Мэр оправдывает свою неожиданную инициативу экологическими проблемами мегаполиса и заявляет, что к 2020 году было бы хорошо избавить французскую столицу от транспорта, работающего на вредном топливе. Реакция парижан была, мягко говоря, неоднозначной. Я против дизеля, потому что он загрязняет атмосферу, а экономии от него на самом деле никакой. Я против инициативы, потому что слишком дорого менять машину. Раньше дизельные двигатели считались экологичными, но теперь тенденция поменялась, и новый мэр-социалист Парижа полагает, что неверная информация – это ошибки политических конкурентов. Проблема еще и в том, что налоговая политика в последние годы была направлена на то, чтобы люди покупали дизельные машины. И теперь во Франции мы оказались в трудной ситуации. На 60% машин дизельные. Еще одна инициатива парижского мэра – введение в городе полупешеходных зон, использовать транспорт, на территории которых будет разрешаться только постоянным жителям. Воплощать задумки в жизнь сначала будут по выходным, а потом доберутся и до рабочих дней.